Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем проходить игру DayZ. Так, ну что, что мы сможем с вами купить? У меня 3500 бабла. И я думаю, что мы, наверное, все-таки с вами улучшим урон нашему пистолету-пулемету. Это будет самое то. Так, 1500 у нас осталось. В принципе, больше мы ничего не сможем взять. Так, ну что же, поехали. Давайте дальше гонять и бомбить зомбарей. Иди сюда, красавчик. Ах ты, черт подери. Так, ну, вроде немножечко я уже привык к этой люльке, так скажем. Ну-ка, насколько у меня стала сильнее атака? Че, всего 2 урона, что ли, наносит? Не пойму я. Так, блин, да что ж такое-то? Так, тихонько, здесь мы будем все объезжать, ребята. Будем ездить очень и очень аккуратно. Так, ну что же, довольно неплохо бомбим. Так, оу, Infinity Ammo. То есть бесконечные патроны. Ну, конечно же, на время. Но нам этого хватит. Да сляг ты уже, а. Ты смотри, смотри, что делает. Замечательно. Комбо растет, и это хорошо. Давайте этих партизанов. Вот так вот самое то, что надо. Йоху! На трамплинчике нормуль получилось. Давим, давим всех, всех, ребят, под ногу. А, черт, боекомплект пропустил. Ладно, бывает. Найс комбо. Конечно, найс комбо. Черт подери, ну зачем я это сделал, а? Немножко отвлекся. Так, что у меня здесь? Застрелите 20 зомби, ребята, у меня задание, чтобы перейти на следующий уровень. Значит, будем расстреливать зомбарей. Тут, оказывается, не в том фишка, что дальше уехать там или еще чем-то, а дают нам определенные задания, которые мы должны сделать на этой трассе. В данный момент я должен убить 20 зомбарей. Как видите, убил только 10. Еще десяточку нужно заквасить. И мы, в принципе, перейдем с вами на следующий уровень. Потому что остальные два задания я уже там выполнил. Так, ну давай, щеглы, идите сюда. Понимаете, здесь нельзя еще притормаживать слишком сильно. Иначе они могут тебя догнать. А еще может выползти и дядюшка-босс. Это жирный такой зомбарь, который меня все время скидывает с мотоцикла. Но не в этот раз. Не в этот раз, ребята. Так, ну что, еще 5 осталось. 15, как говорится, мы уже забомбили. Оу, вот только тебя здесь не хватало, упырь, а. Так, давайте попробуем завалить. Черт, пока перезарядка, надо. Оу, вот это зашибись. Нитро, самое то, что надо здесь. Оторвались хотя бы. Перезарядка у нас сделалась. И главное нам, ребят, не врезаться. Ух, какая хорошая компашка. Вот и, в принципе, все. 20 зомбарей мы с вами расстреляли. Теперь можно даже, в принципе, врезаться хоть куда или проиграть. Не имеет уже значения. Мы все равно получим с вами уровень. И нам дадут уже другие задания. Ну иди, иди, иди сюда, лопух. Лопушок. Черт, не хватило обоймы. Так, наверное, я паду все-таки от его рук. А может быть и нет. Да посмотри, какой я неугомонный. Так, давай, малой, отрывайся от него. Ух ты, а вот это уже хорошо. Здесь-то я тебя и положу. Упырь. Нашел с кем тягаться. Блин, хотел на трамплинчик, но не получилось. Еще раз повторю, ребята, слишком большая скорость. У меня лично перед глазами так все мельтешит быстро, что иногда я... О, а это еще что за... Это кто еще такие тут выбежали? Я таких раньше не видал. Не видел я этих барышен. Девочки-зомби. Безбилетник. Запрыгнул на автобус. Анчивку получил, ребят, короче. О, а тут-то... Ну, как вы поняли, я посмотрел рекламу, чтобы продолжить путь именно отсюда. Это невероятно.
Так, да что же это за бабы такие, а? Не было раньше их. Что я такое сделал, чтобы заслужить такую милость от них? Так, давайте. Есть. Великолепно просто мы с вами идем. Уже 3,5 километра. Да ладно тебе, блин. Черт тебя подери. Да, ребята, просто прижали. Награда 1500. И мы повышаем ранг до выживший. И смотрите, какие у нас следующие идут задания. Убить 50 зомби, комбо сделать. В общем, будем пытаться. Безбилетник, награда и еще 50 золотых. Новое достижение. Так, ух ты, обрезик нам доступен будет. Так, ну что же, поехали. 5000 надо заработать на обрез. Так, убить 50 зомбарей, да, значит, у нас было задание там. И 1,5 километра проехать. Естественно, по-моему, без ускорения. Ну что же, будем пытаться сделать это. Опачки. Quit damage. Тихо, 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 тихо. Главное не врезаться в машину. Эти-то... Это повезло, что у меня была маленькая скорость. А так бы сейчас кубарем бы полетел. Замечательно. Очень хорошо. Так, тихо, тихо, тихо. Бегун, бегун, бегун. Куда разогнался, а? Соплежуй. У меня главная цель проехать 1,5 километра. А, вот это я зря сделал, ребята. Это не за счет. А, нет, смотрите-ка. А, не стреляя. Ёлки-палки, ну что же, первое задание выполнили. Эх, не успел. Хе-хе-хе. Рылом-то пропахал асфальт. Зомбарь толстый. Теперь-то он для меня особой такой, скажем, угрозы не представляет. Но, как вы понимаете, с каждым уровнем будут прибавляться все новые и новые и ужасные зомби, которые будут мне тут досаждать. И все больше будет преград появляться у меня на дороге. Так, тут все четко прошло. Замечательно. Так, тихо, тихо, тихо. Quick damage. Давай, 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 давай. А, замечательно. Ну что же, вот и второе задание выполнили. Убить 50 зомби. И сделали комбо из 15 убийств. Точнее, мы выполнили все задания. Значит, нас повысят сейчас в ранге. И что-нибудь нам дадут хорошенького. Ну, конечно, хочется как можно дальше проехать. Поэтому будем стараться. Тихо, тихо, тихо. Упырь гребаный. Сволочь, догнал меня все-таки. Так, ну что, 2000 мы получаем в награду. Падальщик, ранг 5 мы получили. И убить босса, проехать 2 километра. Пригород нам открылось. Так, ну что ж, давайте посмотрим, наверное, с вами, что у нас тут есть. Да, вот это я хочу себе. И всего 950 монеток у меня осталось. Этого, конечно, очень мало. Так, а вот у нас пригород. Ну что же. Откроется на 9-м. Нам вот это надо. Ну что ж, давайте глянем, что из себя представляет этот обрез. И... какая тут у нас будет карта? Ёлки-палки, мы уже, ребят, с вами типа в городе. Ну, даже не в самом городе, а знаете, как в начале любого города, где идут всякие постройки, гаражи. Вот это... Не понял, что у меня в дробовике всего... Ё-моё, а дробовичок-то всего 2 заряда имеет. Не густо, конечно, не густо. Черт подери. Но зато смотрите, какой дамаг. Да, и очень маленький радиус повреждения. Нитро. Рванули. Так, сколько там надо было? 2 километра проехать, да? 2000 метров. Ну-ка, еще разок. Замечательно. Ага, вот и толстопуз. Так, тихо, 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 бегуны, блин, отвяжитесь от меня уже. Достали на самом деле.
очень опасные и вредные. Ну что же, первое задание выполнено. 2000 метров мы проехали. На-ка. Смотрите-ка, ему, блин, нитро пропустил. А жирному-то, смотрите, по барабану, по ходу дела, что я бомблю из дробовика. Да черт, второй шанс, надо его использовать с умом. Ну, иди сюда, блин, перезарядка, какая долгая у обреза перезарядка. Черт подери, зато нахлобучил на раз. Это, кстати, было у нас второе задание, убить босса. Так, и, по-моему, третье, я уже забыл, что надо там сделать. Вроде, 15 комбо или что-то такое. Честно говоря, не особо помню. Ладно, будем ехать, пока сколько нам едется. Вот как тут проехать? А, тут надо было вот, ребята, по низу. Потом резко выворачивать. Сделать 10 двойных убийств из обреза. Вот какое у нас задание не выполнено. Ну что же, получаем мы с вами деньги и покупаем. А мы ничего не купим. Не хватает элементарно. У нас 2200, а там 2500, это минималка. Так что надо еще зарабатывать, как ни крути. Поехали. Обожаю вот эти трамплинчики. Шикарно. Эти голодранцы там падают. Просто целуют свой асфальт. Своими бездушными тельцами. Так, отлично. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Слушайте, один круче другого. Просто не знает, как повыпендриваться. Но мне нужно набивать комбо, ребята. Как ни крути. Приходится подпускать их довольно близко. Потому что, сами видели, обрез. Он какой-то... Дальность выстрела очень-очень слабенькая. Так, о, нитро. Отлично. Давайте рванем. Киллинг спри. Оу, дядя, да ядрить тебя на корень, а. Ну, почему я на него отвлекся и сразу врезался? Блин, наверное, надо рекламку посмотреть будет на следующий проигрыше, чтобы быстрее денежка копилась у нас. Ну, давай, давай, щеглы, давайте, я вас жду. Блин, почему нету счетчика, а? Мне, например, так непонятно, сколько я убил, правильно ли я убиваю их. Двойное комбо из обреза. Ну, по крайней мере, у меня обрез сейчас в данный момент. Но вот что значит двойное комбо? Комбо 4. Ага, 15. Это значит, мне нужно что, 30 комбо сделать, что ли? Ну, это же нереально. Хотя, хрен его знает. Раз такое задание есть, значит, реально. Так, 8, 9... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, перезарь. Твою мать, а. Ну что ж, деньги нам всегда нужны. Вот теперь мы можем с вами... Ага, мы повышаем урон. А больше я ничего не могу сделать. Ну что ж, давайте тогда, наверное, с вами... Так, это у нас за видео. Ну, сделаем урон, раз уж другого выбора у нас нету. Мотоцикл я пока, наверное, думаю, менять не буду. Пока на этом погоняю, вполне он меня устраивает. Так, 6 комбо, да, значит. 3. Не пойму я просто, как сделать. Ага, вот. Дабл килл. Ясно. Нужно именно вдвоем, чтобы они бежали. Их убиваешь, видите, да? Дабл килл. И вот таких надо мне сделать 15 штук. Угу. Я надеюсь, это по накопительной или за раз. Вот. Еще 5 таких осталось раз сделать, и мы повысимся в ранге с вами. Черт тебя подери, а. Блин, ну не... Отвлекли. Так, ладно, здесь мы ничего брать не будем. Пока нам это ни к чему. А в дальнейшем, наверное, придется транжирить деньжата на эти бонусы. Ну давай, 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 давай. Давай, давай, перезаряжайся, ё-моё. О, но без даблкила было только что. Так, один бегун бежит.
черт, можно было бы как-то, я не знаю, оружие здесь это. Так, дабл килл. Сколько? Найс комбо. Это хорошо, что найс комбо. Так. Ну, я думаю, еще разика 2-3, наверное, дабл киллов и все. Ну. Оу, ну только тебя не хватало, партизан ты несчастный. Так, найс комбо. Я чувствую, будет задание сделать 10 найс комбо когда-нибудь. Или там невероятно 20 штук. Так, вот смотрите, какая хитрая подстава была. Черт подери. Вот говнюки, а. Это же надо так перевернуть машину, чтобы она стояла и нельзя было ее объехать. Точнее, можно было бы, но на очень маленькой скорости. Просто подловили. А прикольно, да? У меня паренек на мотоцикле едет, у него даже видно, как футболка от ветра колышется. Продумали, ребята, эти мелочи. Это так же, как и в той игре «Зомби-война», когда стреляет шерифка, у нее трясется грудь. Почему-то вам это больше всего понравилось. Я уже столько комментариев по поводу этого получил. Так, ладно. Тихо, тихо, тихо ты. Ишь ты какой, а. Хотел уже нахлобучить. Так, ребята, да как... Ёлки-палки. Это мне нужно сделать за один заезд, оказывается. Это не накопительная фигня. Так, тихо, 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 тихо. Успел. Успел этого щегла прижучить. А то уже практически цеплялся за мою ветром колышущую футболочку. Так, тихо. Ё-моё, блин. Видите, о чем я говорил? Чуть-чуть отпустишь газ, и он начинает притормаживать. А эти гады набирают обороты. Зомбари. Воу-воу, шаблата какая. Есть, ребята. Сделали мы 10 двойных убийств. Ну, а теперь можно уже ехать чисто на позитиве. Как говорится, ничего страшного уже не будет. Мы свое задание выполнили, которое нам дали. Infinity Ammo. Бесконечные патроны. Жирный, иди сюда. Клюнул носом. Обожаю, когда вот это вот можно стрелять бесконечно. Без перезарядки, без всего. Так, тихо. Вот она была. Подколочка с машиной. Но не тут-то было. Так, нитро. Замечательно. Газуем. Ух, шикандос. Интересно, а что эти барышни делают? По крайней мере, я их не видел в игре «Зомби-война». Хотя нет, черт подери. Хотя вспомнил я, это те безумные бабы, которые бегут и орут. Так, и мы получаем с вами охотник, ранг 6. И получаем новые задания. На 3 машины запрыгнуть. Заманить в ловушку 35 зомби. Так. Денежку получили. И поехали. Так, на 3 машины запрыгнуть, блин. Это все за один заезд нужно делать, ребята. Это очень проблемно. Я не такой уж мастак, если честно говоря, прыгать на машины. Да я, честно говоря, не представляю, как это сделать. Но сейчас мы будем смотреть, какие у нас появятся варианты. И 35 зомбарей в ловушку как-то поймать. Тоже для меня это как-то немножко непонятно, что надо сделать. А, вот. Значит, чтобы просто они врезались там в машины, в забор. А, вот как можно было. Можно было с трамплина запрыгнуть на автобус. И это бы засчиталось как... Вот так вот. Опа, да. Так оно и есть. Запрыгнуть на машину. Ну, надо сделать 3 раза, я только один. Оу, щит. Повезло.
Давай, иди сюда, архаровцы. Где вы там притулились? Блин, не вижу никаких трамплинов. Мне нужно прыгать на машины. Ага, вот. Ну, нифига из этого не вышло у нас. Infinity Ammo. Да-да-да, конечно, конечно. Голубки ты мой. Так, ага, из зомбарей, кстати, тоже нужно 35 штук за один заезд убить в ловушке. Да черт бы тебя побрал, а! Сопляжуя. На такой ерунде попасться, а? На элементарщине. И опять все заново, ребята. Да-да, все заново. Опять. Оно будет отмечено звездочкой после того, как я его сделаю. Но если его во время заезда не сделал, оно не засчитывается. Да и твою медь. Отвлекаюсь, просто отвлекаюсь и теряю концентрацию. При всем при этом у меня все это в глазах мельтешит на очень большую, когда скорость я еду. Вот на такой средненькой нормально еще как бы успеваю среагировать тут на все. Но когда тут запредельная такая, я представляю, если тут 120 будет у какого-то мотоцикла скорость, как он тут будет нестись. При этом еще надо будет все это объезжать и расстреливать зомбарей. Жуть какая-то. Но это мы все с вами увидим попозже, естественно. Доберемся, я надеюсь, до туда. Так. Ага, у нас же еще задание проехать 1,5 километра без ускорения, то бишь своими силами. Так, ну что, километр уже есть? Да ну, ой, хорошо не врезался. Точнее, не разбился. Так, 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 тихо. Да и ты, твою... Ай, подстава за подставой. Да, обидно было, конечно, на такой ерунде погореть. Там совсем немножечко нам оставалось до 1,5 километров. Ну что, сделано, то сделано. Да, все это называется, я раскис, расстроился, и сейчас все будет шатковалка. Неудача будет меня за неудачи преследовать просто-напросто. Этих зомбарей еще в ловушке ловить. А вот это вот можно было бы, в принципе, проехаться по крыше автомобиля, если бы у меня была маленькая скорость. Но я, как всегда, с разгону. Ну, отлично. Попадали там трухлявые пни. О, ну тебе тут только не хватало, щенок. Давненько ты не нюхал дробовика моего. Черт, перезарядка. Ну давай ты быстрее. О, щет, 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 да какого лешего-то? Слушайте, ребята, я так и не понял, нифига он. Сплинтер. Ладно, давайте деньги возьмем. Надо просто сконцентрироваться. Трамплинчик, замечательно. Полный отрыв. Так. Ну что, будем, наверное, с вами проезжать 1,5 километра. Да, твою, ну как так, ну... Ну вот как эта хрень стояла на дороге, блин, просто никому не мешала. Нет, вот надо было мне именно в нее врезаться. Идиотизм, блин. Причем там свободный был разъезд. Хоть ничего не говори вообще. Просто молчи и едь. Ну, может быть, да, части ребята это, конечно, отвлекает, когда... Гоняешь тут, и при этом еще надо что-то говорить. Тут же уже концентрация теряется. Так. Ну,
нарочно не придумаешь, а, ну, в самом деле. Ладно, продолжаем. Ни за что бы не подумал, что так все будет сложно здесь. Интересно, я задания вот эти вот могу только в этом городке делать? Или в предыдущем тоже? В лесу, который... надо будет как-нибудь попробовать. Ну, скорее всего, нет. Там-то я как бы сделал все уже, да? А может быть, там еще дополнительные задания есть? В общем, как-нибудь на досуге я гляну. Ну, а пока мы будем здесь пытаться выполнить эти чертовы задания. Так, ну что? Почти 800 метров, это хорошо. Километр наездили. Еще всего лишь каких-то там 500 метров. Блин, что-то меня смущает эта скорость моя. Ёлки-ты-палки. Давайте без подстав, только без подстав. Так, отлично. Ну, чуть-чуть осталось, совсем капельку. Ну. Второй шанс, газуем. Вы представляете, сколько я там нехороших слов выложил, когда врезался. Жаль, у меня плохие слова кончились, а. Ну ведь я, по-моему, сделал же задание это. Так, ну что, поехали. Ни хрена я не понял, сделали мы его, не сделали. По-моему, не сделали мы ни шиша. Потому что оно у меня не было отмечено звездочкой. Блин, ну жесть какая-то просто, а. Оп, отлично. Одну машиночку мы оседлали. Давай, шантропа. Ой-ой-ой, кончилось, у меня кончилось. Я думал, что это бесконечная перезарядка, но это был дамаг. Так, ну что, скоро почти будет километр. Тихо, тихо. Отвалите, отвалите, я сказал. Все, осталось 500 метров, ребята. Давайте как-нибудь постараемся все-таки проехать. Ну вот, ну почему такое творится, а? После километра я обязательно куда-то врезаюсь. Это что за, блин, это? Непруха, как поганая старуха прицепилась ко мне. Блин, все же так четко шло до этого. Как перешел в этот пригород, называется, не срослось, блин. Все идет против меня. Ладно, буду все равно стараться. Должно получиться. Рано, по крайней мере, или поздно. Может быть, мне просто заткнуться, а? Ничего. Вы смотрите, как я только начинаю что-то говорить, я обязательно врезаюсь. Может, действительно промолчать, а? Ладно, ребята, шучу. Какой тут промолчать? Это здесь ни при чем. Не успел маленько прыгнуть на трамплин, чтобы прокатиться по автобусу. Ать! Вот надо было мне куда-то там нажать при прыжке. Блин, еще ни одного задания не выполнил вообще. Ни 35 зомбарей в ловушку не поймал. Ни трамплины. Ни полтора километра не проехал. Так, нитро. А-тя-тя. Ну, в принципе, вот это уже не засчитает мне. Не понял, что там... Что там было написано? Ладно, фиг с ним. Потом гляну, когда я буду рендерить все это дело. Ну, что-то там было про задание, насколько я помню. Ух ты. Слушайте, ну задание мне не засчитали, потому что я проехал на ускорении.
А вот 35 зомбарей в ловушку очень даже неплохо сработало. И это мне нравится. Так, 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 тихо, 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 тихо. Тикай, давай быстрее. Черт, чуть-чуть только расслабься. Оу, фак. Да, печально вышло все, конечно. Ух, ну что, ребят, давайте, наверное, еще один заезд. Заманить ловушку. Согласитесь, 500 монет на дороге не валяются, а нам они очень пригодятся. У нас уже 8500 монет. И это очень хорошо, мы с вами можем себе, пожалуй, позволить потом хороший мотоцикл. Или же хорошее оружие, там уже определимся. Так, ну что, мне осталось, значит, 3 раза прокатиться на машинах, по крышам я имею в виду, и проехать 1500 километров. Ух, ой, понятно, про 1500 можно сразу забыть. Без ускорения, видите, написано было. Так, ну что ты, жирный, нервируешь ты меня сегодня почему-то. Может быть, я немножко подустал, надо немножко отдохнуть. Все-таки работа, ребят, работа моя основная сказывается на мне. Очень тяжело мне после нее делать видосики, но я стараюсь. Ну что же, наверное, тогда на этом будем завершать и уже приступим в следующий раз со свежими силами. Всем спасибо за просмотр. Увидимся вскоре. Всем пока.